также род воинов, которые могут быть воинами и управлять этим миром тоже. Так вот, существует род воинов, он действительно есть. И каждый из людей является определенным образом проявления. Я, кстати, тоже из рода воинов. То есть мой род — это род воинов настоящих, поэтому я харизматичный, сильный, физически сильный. Умный, ловкий, ну такой, наверное, готовый к физическим тяжестям, выносливый и так далее. То есть потому что у меня род воинов, я из этого рода. Или кто-то из воинов был. Чем это отличается и что это такое? Если я сегодня изменю свою фамилию и стану Александром Разумовским, то тогда мой род потеряет свою преемственность. А если ты из рода воинов, то род воинов из-за того, что человек его предает, может убить его. Поэтому мне, допустим, изменять своему роду, допустим, изменить фамилию на Александр Разумовский нельзя, потому что это может быть чревато. А для обычных людей, у которых там ничего не происходит. Вот была такая девушка, интересная такая история, вот она недавно была, знаменитая певица, знаменитая танцовщица, всегда мужчин было у нее много. И мужчины такие машины дарили, там сама талантливая, нереальные красоты женщина, высокая блондинка, мужчины всегда слагали о ней легенды.